связи, сообщи, если нужна будет помощь или нужно разнести что-нибудь. А, привет, Стэн. Мне помощь нужна, здесь где-то летают дроны и меня этими хеллфайерами сбивают над этим, над кулаком 2. Один сбил уже, или что, новый вышел? Да, я не видел, что сбил. Но я сейчас попробую вперед проехать, а то по мне мочат, я только из деревни выезжаю. Ладно, сейчас обойду.
Окей, принял, выдвигаюсь. Руслан, на связи? Да, в канале. В канале, что хотел? Руслан, на связи? Да, на связи. А, там под тобой, короче, колонна установлена. Можешь ее разобрать. Да, вижу, сейчас добавлю.
Оранжевый дым, видите? Там танк стоит. И танки мне накрывать нечем, остались только гидры. Окей, Стэн, принял.
помощь нужна? Нет, Стэн, пока мест нету, деревня вроде чистая, сейчас выйду к мосту, там посмотрим. Кто-нибудь на их испанцы на сейве? На связи. Выйди и посыпь, пожалуйста. А, там то одна, не то две.
Ну, я ее не найду. Если подсветишь, увидишь. Ну, вот я, к сожалению, не знаю точно, где он стоит. Я ее вижу на РВР. На РВР я не вижу, там шестерка есть, вот наша. Она погасла только что, но она светит из района Пятигорска откуда-то. Меня выбили. Беру новый танк. Понял.
Не доезжая до Лысогорской, стояла какая-то то ли БМП, то ли танк. Ракета прилетела. Ставлю метку на карте, где приблизительно был выстрел.
В Новогеоргиевске, где стоит военная часть, там, по-моему, два стингера. Да там еще блокпост целый, почки страйкеров на подходе. Окей, Стэн, принял. В районе Лукурска, я имею в виду, сейчас я чуть сломаю. Стэн, красавчик. Стэн, осталось еще БТР и казарма. Там больше техники. Ну, мы сейчас К-50 это разгромим все. Там еще
танк ближе к полю. Там метров в 200 от блокпоста, Т-55. Ближе к городу? А он уже это в тур пустил, К-50-й. Ну это он БТР отработал, сейчас я на танк займу. Танк убит. Да, я вижу. С другой стороны дороги грузовик и хаммер, не пойму с чем, то ли то у не то пулемет, непонятно пока. Окей, принял, буду смотреть. Страйкер с ПТРК ближе к дороге, сейчас его накрою. Колонна, походу, попала в засаду. Там, где я проезжал, никого не было. А теперь объявились эти юниты. Хреново, чё. А нет, они уже походу отстрелялись, там какие-то гранатометчики были. Незлобный, идет колонна, ты бы ее остановил.
Все, блокпост зачистил. Где-то не тот джип с пулеметом, это еще в этом роде где-то рядом стоит. А вот, только что его сняла акула. Все, выдвигаюсь. Какой-то идиот на 16-м своих отстреливает. Ой, как нам везет на таких хороших парней. Обиженные. Во всех понятиях обиженные. Да он, судя по чату, поехавший на всю голову. Дура дуралейская, что там про него скажешь. Говно тупого говна. Слава Украине, слава Украине. Админ красава, сразу его выкинул. Да ты
не админ, там в чате пишешь, короче, наказать. Ну, спектатор закидывает. Так, все, двигаюсь дальше на мост.
По мне стреляет танк слева от дороги. Даю красный дым. Слава Україні! Слава Україні!
Фрейзи, что там на земле? Я перед мостом, вижу БТР, и справа, где горят две БМПшки, стоит пехота. Но я это сейчас сам все сделаю. Понял, ладно.
Стэн, слева от тебя стоит группа пехотинцев. Я на карте поставил метку. Я там двух оттуда убил, а больше я не вижу. Ну, они в зеленке стоят. Их как бы так ближе сюда, на передний край, ближе к дороге. Только если будет точное целеуказание, в оптику больше не видно. Окей, принял. Я на тигре поставил этот маркер инфракрасный. Попробую захватить лазер мой. Тогда, может быть, попадешь. Ну, и капа света я сюда не вижу. Попробуй посветить лазером. Код 1688. Да, это мой. Лазертрек, да, вижу. Да, нашел. Все отлично. Я даже не видел, откуда выстрел был. Тебя просто срезали и все. Ракета по мне пришла.